Ну, в общем, что сказать о походе. Горы прямые, еда вкусная, люди хорошие. Вот. Поменьше с собой шмоток брать, главное, потому что, ну его нафиг. Там наверху все тяжелое, все страшное. Вот. Побольше денег с собой взять, это очень важно. Потому что лучше деньгами затариться, чем шмотками. Вот. Туалетная бумага, да, кстати, надо не забыть. Фонарик обязательно не забыть. Есть очень увлекательная игра в Непале, называется «Трон ледяной королевы». Вот. Если кому-то доведется ночью поиграть, лучше бы это делать с фонариком и с бумагой. В целом поход очень клевый. Это для меня лично, допустим, это было, ну, крутое очень испытание. Вот. На третий день я понял, что это далеко не прогулка. Вот. Поначалу так было весело, прыгался, как, вот, а потом я понял, что далеко была не прогулочка. Вот. В общем, таким вещам надо готовиться заранее. И не сломя дойти до конца, то есть не сдаваться на всех этапах, потому что порой хочется домой. Порой хочется плюнуть на все и сказать, блин, не могу, все, хочу домой. Но дойти до конца стоит, это действительно круто, это интересно, это, ну, я же говорю, потом очень клевая ачивочка для себя, то есть, что вот я прошел, я это увидел, и это стоящее, это того стоит однозначно. То есть Непал стоит ехать, и стоит ехать, я думаю, не раз. Про горняшку, для меня это вообще было огромное открытие на самом деле. То есть я никогда не верил, что она вообще-то как типа существует. Вот. Но вот штука очень серьезная, допустим, лично меня эта штука подкосила вот one moment. Вот. А в плане головы, допустим, то есть меня накрыло где-то начало первый раз на 3,5. Первым симптомом была жуткая головная боль. Вот. Ну, к этому относиться серьезнее, в плане, допустим, я был не готов совершенно в плане медикаментов, то есть, как бы, ну, и в эту штуку я не верил. Вот. Но она показала, что какой бы ты ни был крутой спортсмен, там, или тогда еще и т.п., то есть, рано или поздно она к тебе придет. То есть, на какой высоте у всех по-разному, но ко мне на 3,5 первый раз постучалась. Вот. Тоже штука, как бы, весьма интересная такая, не в хорошем, конечно, плане, но вот... Скажем так, благодаря, собственно, горняшке, да, вот благодаря нехватке кислорода, этим головным болям, все, ты ощущаешь себя в больших горах. Вот. Бояться ее тоже не стоит, как бы, но надо быть к этому, мне кажется, готовым. То есть, зная, как бы, что меня ждет, я подготовился получше. Как бы и медикаментозно, может быть, и морально. Вот. И главное стараться, вот когда болит голова, не чихать. Это плохо заканчивается. Можно немножко выйти из строя, пару часиков. Вот. Но в целом. В целом штука интересная, короче, тоже стоит попробовать. Не так, как бы, вот, сильно, но надо. В общем, как-то так. Едьте в Непал. В Непале круто.